Яндекс Ньюс. Ученые бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернется. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на радио Болтком авторскую программу Константина Рангса «Климат-контроль». Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Программа «Климат-контроль». И у нас на прямой связи с нами журналист, ученый, морской геолог Константин Рангс. Добрый день, Константин. Добрый день. Вот эта неделя, конечно, все обсуждают страшную трагедию, которая произошла в центре Москвы, когда известный российский актер Михаил Ефремов на своем джипе врезался в машину, лобовое столкновение. И вот действительно поражает то, что водитель вот этой машины, пострадавшей машины, погиб практически, ну вот спустя какое-то время от ран, несовместимых с жизнью, получив травму, несовместимые с жизнью, а Михаил Ефремов в джипе не пострадал, то есть, ну, практически не пострадал. И вот я просто помню, читал, когда один из российских бизнесменов рассуждал на тему, что да, я все прекрасно понимаю, там зеленые, необходимость пересесть на более экономичные машины, не жирающие столько там, не выбрасывающие такого количества углекислого газа, но говорит, я не хочу рисковать своей семьей. Вот я понимаю, что в какой-то вот может найтись человек пьяный, неадекватный, лихач под наркотиками, который выскочит на встречную полосу, и вот если я еду на джипе, я уверен, что я могу выжить в этой аварии. Если это будет другая машина, то тогда такой вероятности не будет. Вот я понимаю его логику действительно, но ведь общая тенденция, насколько мне известно, все-таки попытаться изменить вот эту психологию людей, попытаться все-таки заставить пересесть население на более экологичные, более экономичные машины. Ну, надо сказать, что это все в русле последних решений Еврокомиссии, не только последних, еще в 2007 году уже говорили о том, что нужно что-то делать с автомобилями, с авариями. Тогда, по-моему, в год в Евросоюзе гибло около 30 тысяч человек. Вот такие есть цифры. А сейчас это сократилось значительно, больше, чем в два раза. Но, тем не менее, все равно речь идет об очень большом количестве смертельных случаев на дорогах. Но тут имеется все. И столкновение автомобилей, и пешеходы, которые страдают, и даже такие экзотические случаи, когда человека может задавить своя собственная машина, если он начинает там залезать под нее, и не поставив ее на тормоза, и не поставив уголки под колеса. Но это все главная идея сейчас, которая видится, и которой мы должны, вот, как я говорю, нравится нам, не нравится, да, вот, хочешь, не хочешь, но это уже будет внедряться. Это не мы решаем здесь, да, по крайней мере. Это то, что будет идти работа по двум направлениям. Первое – это снижение скорости движения автомобиля. Сейчас задача снизить в городах скорость движения автомобилей в 30 км в час. Вот и все. Если бы господин Ефремов на своем джипе ехал со скоростью даже не 30, если бы ехал со скоростью 50 км в час, и встречная машина с такой же скоростью, скорее всего, трагедии бы и не случилось. Но я не говорю, что нам нужно садиться пьяным за руль. Это само по себе уже преступление. Потому что, ну ладно, вот знаете, меня больше всего поражает, когда начинают говорить, что вот плохая машина, которая была навстречу, это была «Лада», российский автопром. А если бы навстречу ехал мотоциклист? Да. Но тут любой мотоцикл, какой у тебя есть, все равно это было бы кошмар. Да? Вот. Тут вопрос не в этом. Вопрос в том, что нельзя пьяным за руль садиться. Но, тем не менее, с учетом того, что такое было, есть и, очевидно, будет, лучше, чтобы машины не разгонялись.
И вот тут очень интересный ведь момент. Есть как бы две задачи сходятся в одной. С одной стороны, уже все говорят, что когда машина вот такого класса, как у господина Ефремова, может выбрасывать больше 380 грамм СО2 на километр пути, а есть еще более крупные, мы знаем, такие, которые по 400 с лишним грамм выбрасывают. Вот эти машины, они выбрасывают такое большое количество углекислого газа. Почему? Потому что у них большие мощные двигатели. Идея заключается в следующем. Да уменьшить мощность двигателей так, чтобы эти машины, условно говоря, больше 100 км в час при всем желании разогнаться не могли. Ну вот будет у вас большая, шикарная, красивая машина. А делать ее можно чем угодно. Но можете сколько угодно давить на педальку, потому что под капотом будет такая маленькая фитюлька жужжать. Естественно, больше вы не разгоните. А если у вас машина для езды, как говорится, с мощным двигателем за городом, то тогда на ней нельзя будет въезжать в город. Автоматический штраф, первый же полицейский патруль и все такое. Кажется сейчас, что этого не будет. Но посмотрите, как Европа, европейские мельницы мелят медленно, но верно. Европейская бюрократия – это вещь чудовищная, могучая. И она ведет нам новые и новые вещи. Ограничения, причем двумя путями. С одной стороны, запретами, и уже сейчас планы говорят о том, что в ближайшие десятилетия 25 крупнейших городов Европы станут свободными от автомобилей, по крайней мере, в центре города. И второе, второй способ – это повышение налогов. Но тут, как говорится, к бабке не ходи, налоги будут повышать, это шикарная возможность, так скажем, пополнить государственную казну. Поэтому ясное дело, что налоги будут повышать, причем повышать очень сильно. И самое интересное, это не будет восприниматься как дикие решения какой-то там страны на Востоке. Да? Это если в России примут сильные налоги, то на такие огромные налоги на такие вот автомобили, на выхлопы, то, конечно, появятся люди, которые тут же скажут, ну что от них можно ожидать. А вот если здесь это примет Брюссель, тогда, собственно говоря, ну что сделаешь? Европа просвещенная пришла к такому выводу. Это, кстати, уже впало, это не просто это планы какие-то абстрактные. Это уже есть документы, решения. Мы должны понимать, что через какое-то время это будет, так скажем, продвинуто. Тем более сейчас объем европейский совсем не в том положении, чтобы, так скажем, особо кочевряжется. Дело в том, с одной стороны, да, автопром нужно запустить, потому что это рабочие места. А с другой стороны, ведь у людей меньше денег. Ну да, всегда будут какие-то фирмы, которые будут делать сверхдорогие автомобили, супершикарные для ультрабогатых людей. Но речь-то идет масс-сегмент, как в свое время один говорил господин, что на бриллиантах можно заработать миллионы, а вот миллиарды зарабатывают на батончик. Вот. Потому что потребителей миллиарды. И вот это очень важно, что, в принципе, нужно будет, и сейчас к этому подталкивают производителей, активно начать производство автомобилей. Причем каких автомобилей? Электрических автомобилей. Электрических автомобилей, которые должны быть дешевыми, такими же, как нынешние бензиновые, вот тогда эти электрические автомобили, они же фактически превратятся во что? Смартфон на колесе. А что это означает? Это означает, что в него можно будет закачать любое ограничение по скорости. Вот едет ваша машина, и потом бах, скорость сбросила. А почему? А потому что знак есть. 30 километров в час. И нажимаете вы на педальку, можете, хоть там все что угодно делаете. Она уже знает скорость 30 километров в час, она ее сбросила. Она просто перестала подавать нужную силу, нужное количество электричества на электродвигатель. И все. С бензиновыми, с дизельными машинами управлять тяжелее. А вот с электрическими машинами тут открываются широчайшие возможности. Сделать так, чтобы человек только выбирал направление движения, куда он будет ехать. А вот как он будет ехать.
это уже будет решать мозг этого автомобиля, который будет взаимодействовать со специальными знаками. Технология отработана, все понятно. Так что я думаю, что любители погонять должны понимать, что вот они сейчас это еще могут делать, а через какое-то время им, возможно, придется ездить в отпуск куда-нибудь в страны, где таких ограничений не будет. То есть откроется еще одно направление выездного туризма. Так что интересно будет так. Желаете натопить педальку без ограничений рейсом через 2 недели? Но как скоро может вот эта европейская бюрократия домолоть вот все это дело до Латвии? То есть мы, с одной стороны, вроде как будто бы находимся на периферии, там центральные города Европы, где, с которых, очевидно, начинается вся эта вот история, они как будто бы от нас далеко. И вот как скоро нам ожидать вот этих всех изменений? Ну, трудно сказать, конечно, как они, что они там примут, да? Но факт фактом, что, естественно, все это уже начинается и началось уже с сердца Европы, из Германии. Сейчас к этому подключится Франция. Вот в новости о том, как французское правительство общается с компанией Renault, которая в очень тяжелом положении, и их прямо активно двигают в направлении производства электромобилей, причем электромобилей бюджетного класса. Вот ведь в чем идея-то, чтобы их было много. Это не машина, которую может купить богач для того, чтобы показать себя, какой он зеленый, какой он ведь себя в тренде. Нет, это должна быть машина, которую вот вы сами захотите купить, потому что вы посмотрите на ценники, прикинете и в конечном счете посчитаете, сколько вам платить налогов, и сочтете, что лучше я уж эту малышку возьму. С другой стороны, сейчас ведется очень же серьезная работа над тем, чтобы делать даже маленькие автомобили максимально безопасными. Есть такая идея, так называемые жизненные капсулы, да? Вот, или капсулы жизни. То есть корпус автомобиля может быть вообще сделан таким образом, чтобы при любом таком реальном ударе вот именно человек сохранялся. Это и делалось раньше, но сейчас машины будут меньше. И раз машины будут меньше, значит, вот эта вот капсула, она должна быть прочнее. Но плюс к этому есть еще одна очень интересная вещь. Мы как бы тут не, как я понимаю, не хвалим те или иные модели, но все-таки любой так может покопаться в памяти, посмотреть на улицу и отметить. Ведь есть микролитражки, маленькие автомобили, которые очень стильные. Мало того, они могут быть не просто стильные, они могут быть шикарные. Шикарный дизайн, внутри эксклюзив. Знаете, вот мне, кстати, приходилось общаться в Финляндии с одним молодым человеком, выходцем, кстати, из Петербурга, который сделал фирму, специализирующуюся на тюнинге внутри автомобиля. И что интересно, что для многих людей внутренний тюнинг интереснее, важнее, чем внешний. Приклеивать какой-то олиповатый там обвес или вешать антикрыло – это ну, как-то не очень. А вот сделать внутри особые сиденья по форме или, допустим, из покрытия, которое… так скажем, особо подходящая для меха. Знаете, потому что жена ездит в меховых манто. Или, например, это могут быть, вот вы хотите, чтобы у вас все было в стиле Дикого Запада, то есть торпеда из такой кожи, чтобы были вставки из дерева. Вот. Или наоборот, чтобы это все было напоминало Индию. И, понимаете, вот это как раз то, что может сделать дорогой, хороший дизайнер. И эта машина будет маленькая, она будет выбрасывать мало углекислого газа в атмосферу, если это на двигателе внутреннего сгорания, или электрическая. И при этом никто не скажет, что ты ездишь в дешевке. То есть вот это еще одно направление, как бы выпустить пар. Да, у нас теперь будут маленькие машины, которые будут ездить медленно. Но зато будут машины очень дорогие и очень дешевые.
Мы же все, например, люди, ходим со скоростью максимум 4,5 км в час. Да? Но одни ходят в костюмах шикарных, которые стоят по несколько тысяч евро и более. А другие в распродаже за 30 евро. Вот вам, как говорится, разница. Да, скорость одна и та. Но, извините, костюмы разные. Так и так же с этими машинами может произойти очень интересная вещь. Тем более, что Еврокомиссия уже отметила, что ее план в ближайшие годы перейти, поставить верхнюю планку выбросов двигателей в 95 грамм на километр пути. Я еще повторюсь, что джипы выбрасывают более 300, средние хэтчбеки 130, а тут 95 грамм на километр пути. Сейчас так выбрасывают так называемые микролитраж. Вот наше будущее. У нас есть звонок. Здравствуйте, добрый день. Пожалуйста. Здравствуйте. Вопрос к Константину. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к нынешнему гонению на дизельные двигатели? Спасибо. Угу. Ну, тут, понимаете, вопрос какой? С этими дизельными двигателями очень интересная ситуация. Ведь еще 10 лет тому назад, даже меньше, как раз призывали покупать машины с дизельным двигателем. Почему? Потому что выбросы в СО2 были меньше, чем у машин с бензиновым двигателем. И логика была такая: если у вас двигатель одинаковой мощности, то берите тогда машину с дизелем, потому что, собственно говоря, тогда будет у вас, так скажем, выбросы будут меньше. Но потом вот этот всплыл знаменитый скандал в Соединенных Штатах Америки с автомобилями, которые были слишком умные и выбирали режим, так скажем, работы двигателя, чтобы получить на тестировании в техосмотре низкий уровень. А потом спохватились, что ведь двигатель дизельный выбрасывает, кроме СО2, еще и больше ядовитых оксидов азота. Вот. Ну и, как говорится, это пошло и поехало. Сейчас дизельный двигатель стал, как говорится, таким мальчиком для битья. Его секут, он виноват во всем. Вот. Хотя, опять-таки, сравнительно недавно опять говорили о том, что если поставить на автомобиль дизельный двигатель, который будет работать, ну, по принципу гибрида, в оптимальном режиме с минимальными выбросами, то пусть он тогда, этот дизельный двигатель, генерирует электричество, которое пойдет на, как говорится, на колеса. То есть надо сказать, что в принципе надо думать, что эти дизельные двигатели, естественно, никто сейчас просто так не выкинет на свалку, потому что в очень во многих случаях, например, для сельскохозяйственной техники, для все-таки тяжелых грузовиков, для строительной техники, для тех же самых фермеров, которые на своих вот этих больших машинах возят, пикапах, возят продукты, да, и там свиней. Вот. Для них дизельный двигатель – это как раз двигатель, который им нужен. Это очень важный момент, что есть огромная сфера деятельности, где эти дизельные двигатели стоят очень крепко. И вряд ли их кто-нибудь в ближайшие годы поколеет. Поэтому, очевидно, они пройдет вот эта вот волна такой борьбы с дизелем. Но речь-то я о чем идет? О чем, чтобы выдавить этот дизель и бензин из центра городов. Вот о чем идет речь. Вы можете, условно говоря, ездить вокруг Риги по кольцу, да? Вот, и никто слова не скажет. А вот в центр не моги. Вот это вот перспектива, которая у нас может быть. И опять-таки, это будет решение, которое мы получим, что называется, с первого. Но получается, что нужно будет человеку чуть ли не покупать две машины, если он, например, ну, или живет за городом, или любит погонять, условно говоря. Вот на одной машине он может доехать до города, а затем пересесть, получается, на другую машину, на которой может уже внутри, за чертой. Или, пожалуйста, остановитесь на своей большой машине на парковке перехвата, ну, допустим, представьте себе, что где-нибудь в районе тех же самых торгового центра Спицы, да, где-нибудь там, да,
оставьте свою машину, доставайте из багажника электростакад и дуйте на нем в центр города. Ну, где-нибудь еще там можно поискать, чтобы поближе. Вот, например, в Финляндии вот как раз вот эта идея реализовывается. То есть там есть парковки перехвата, где люди останавливаются. И раньше это считалось как раз дело общественного транспорта. Поставил машину, сел в метро, на электричку, на автобус, вот, или на велосипед и помчался в центр города, куда тебе надо. Сейчас как бы общественный транспорт в свете ковида как-то не очень выглядит, поэтому индивидуальный транспорт хорош. Но когда вы говорите, Олег, про две машины, это же замечательно для производства, для промышленности. Это же как раз опять запускает систему потребления, но теперь-то это выглядит как хорошо. О том, что вы не просто потребляете, вы потребляете за природу. Вот это будет здорово. Знаете, как это? Покупай вот, больше и при этом помогай природе. Знаете, да. Я абсолютно уверен, что появятся такие фантастические рекламные слоганы, что можно будет хоть стоять, хоть надо. Но да. Это наше будущее точно. С налогами, вот насколько действительно придется раскошелиться, и как вот, это, вот этот механизм может работать и регулировать спрос на машины? Ну, если сделать машины, то, видите, какая интересная вещь. Люди очень обеспеченные, так скажем, или весьма обеспеченные, они в конечном счете даже будут готовы платить налоги, но лишь бы ездить так, как они хотят. И это будет уже своего рода статусность. Фраза, что у меня, там, условно говоря, тачка там, дизельная машина 1995 года, это будет круто, потому что вот у меня такой чадящий, мощный зверь, да, и я настолько успешен, что я могу, что называется, платить налоги, чтобы ездить на такой раритетной машине, когда не было еще никакой электроники. Я сталкивался с людьми, которые не хотят, чтобы в их машинах была какая-то электроника. Я хочу водить машину, а не хочу, чтобы там какие-то мозги от какой-нибудь корпорации решали, как я должен ехать. И я абсолютно уверен, что такое автодиссидентство, оно обязательно есть и будет. Поэтому, естественно, что и будет рынок для таких машин. Но будут и те люди, которые, для которых это, по сути дела, автомобиль, это табуретка на колесах, чтобы довести свой зад от работы до дома и до магазина, треугольник ездить, да? Вот. Поэтому ясное дело, что эти люди, для этих людей повышение налогов будет стимулировать переход на другой вид транспорта. И вот я думаю, что очень скоро ими ездить на электрической машине с электронным компьютерным управлением уже будет, знаете, вот в силу своего возраста, я помню, как в конце 60-х, начале 70-х годов была дикая мода на плащи Болонья из синтетического материала. Плащи эти не дышали. Они вообще, в них было холодно, когда было холодно, жарко, когда шел, но в них потели, но это было модно, как у Высоцкого, плащи, да не в Болонье. Да, там, друзья, не в Болонье. Это был статус. Вот. А прошло всего лишь сколько там, 10 лет, и уже статусом было не ходить в синтетике, а как раз иметь все натуральное. Тем более вот сейчас, так говорят. Да? Поэтому я о чем, что вполне возможно, что за какие-нибудь 5-7 лет, ну, 10, как раз ездить на электрических машинах с компьютерным управлением, это будет... Ну, что называется, масс-маркет. А вот именно сесть за руль такого, знаете, старого, но мощного и воняющего, чадящего агрегата, это будет круто, это покажет, что ты силен, ты настоящий, скажем, устойчивый, успешный человек, и это будет другой мир. У нас еще один звонок. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, две машины, я думаю, это все-таки не совсем реально. В смысле, на одну еду, на вторую пересаживаюсь. Ну, значит, ну, это мое мнение. А вопрос, вот если сегодня такое внимание к передаче машинам, вот газ-бензин, вот Литва и Латвия, я думаю, там в разы, в Литве не думаю, а знаю, в разы больше, если не на порядок. Вот как вы, значит, оцениваете газ-бензин машину? Спасибо. Ну, вы знаете, идея использовать... пропан-бутан, в первую очередь, нужно сразу сказать, что газовые машины
существо двух типов. Одни на бензиновом газе, вот, на нефтяном газе это пропан-бутан. Это вот тот газ, которым у нас в основном везде заправляют, который в зажигалках. Это довольно тяжелый газ, вот, более легкая фракция, чем бензин, да, гораздо более легкая, но все равно это вот из той оперы. Вот, в процессе переработки нефти он появляется. Долгое время он вообще считался бросовым, его сжигали. Да. Ну, а есть еще метан, который у нас в газовых плитах. Метан – это вообще примитивное. Все живое появляется из метана и метаном заканчивается. CH4 – углерод и 4 атома водорода, простейший углеводород. Он чем хорош? Он плох тем, конечно, что его перевозить нужно в сжиженном состоянии, минус 170 градусов примерно. Что он, для машины его только приходится закачивать в баллоны, баллоны должны быть большие, поэтому машина тоже должна быть большая по размерам. Это вот, допустим, автобусы ходят, в той же самой Финляндии есть автобусы, которые ходят на этом газе, у них прямо на крыше целая батарея этих баллонов. Кстати, надо сказать, что он безопасен, безопаснее пропан-бутан по одной простой причине. Он легче воздуха, и когда появляется хоть какая-то утечка, он тут же стремительно уходит в атмосферу. Поэтому, когда баллоны на крыше автобуса, то утечка не может привести к тому, что в каком-то объеме образуется вот этот взрывоопасный осень. Там испытания были, это вообще отдельная тема. Но метановые, так скажем, заправки у нас в Латвии, насколько я знаю, только одна есть. Насколько это как бы экспериментально. Хотя в той же Эстонии, в Финляндии их уже несколько штук. И в других странах Европы они тоже стали пропагандироваться и внедряться. Причина очень проста. Метан как такое вещество, и в определенной мере пропан-бутан, эти газы все-таки при сгорании не только дают меньше соединения СО2 выбросов, но они и не дают, фактически не дают, выбросов соединений азота и уж тем более серы. Вот это абсолютно точно. Серы, например, неоткуда взяться, ее нет в исходном газе. Поэтому, собственно говоря, с точки зрения экологии, конечно, такие двигатели, они очень хороши, и вполне возможно, что Европейская комиссия, когда будет настаивать на пересмотре налогов, эту группу автомобилей выделит в какую-то отдельную группу. Я уж не знаю, насколько там это будет, но, в принципе, эти машины, они весьма интересны. Тут важно еще то, что, например, в Европе есть сильное лобби в пользу вот этих автомобилей. Это вот Польша, очень мощная Польша, в этом смысле лоббист, и Италия. Вот эти страны, они исторически очень активно используют этот вид топлива. Бензино-газовые машины. Вот. Поэтому я думаю, что они могут добиться определенных преференций для этих автомобилей в плане налогов. Угу. Ну что же, на самом деле у нас время нашей сегодняшней программы подошло к концу. Я еще раз напомню, что с нами на связи в программе «Климат-контроль» был Константин Ранкс, журналист, ученый и морской геолог. Спасибо большое, Константин, и до новой встречи в следующей программе. До свидания.